Конструкция и принцип работы поплавкового регулятора уровня 300 FL. Клапан 300 FL состоит из следующих элементов: поплавка, корпуса, пилотного регулятора, мембраны, пружины, запорного диска и штока. Запорный диск имеет уникальную форму, благодаря которой происходит линейная характеристика регулировки во всем диапазоне работы. В клапане 300 FL отсутствует трущиеся под углом части. Ось штока ходит строго вертикально. В результате потери на трении минимальны, исключается закусывание осей. Данный клапан управляется поплавком, который устанавливается в резервуаре на максимально возможный уровень. Клапан 300 FL постоянно поддерживает требуемый уровень. Клапан устанавливается на трубопроводе наполнения резервуара. При этом поплавковый кран, который обеспечивает управление клапаном, устанавливается внутри резервуара в его верхней части. Рассмотрим принцип работы клапана 300 FL. В полностью наполненном резервуаре клапан закрыт. При уменьшении уровня воды в резервуаре поплавок начинает опускаться. Поплавковый кран открывается и обеспечивает удаление воды из управляющей камеры клапана. Клапан постепенно открывается и происходит наполнение резервуара. По мере наполнения резервуара поплавок начинает подниматься и медленно закрывает поплавковый кран, по которому вода уходит из управляющей камеры. Управляющая камера клапана снова наполняется водой. Клапан начинает закрываться, уменьшая подачу воды в резервуар. Когда поплавок возвращается на прежний уровень, управляющая камера полностью наполняется водой, и запорный диск закрывает клапан. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.